Рад приветствовать вас, друзья, на канале. В этом предновогоднем видео я буду тестировать литий NMC элементы фирмы Cuttle. Продавец заявляет, что номинально эти элементы могут отдавать ток 3C, то есть 360 ампер. Максимально 5C, то есть 600 ампер. Заказал я их на пробу, вдруг окажутся хорошими. Продавец подписал на их корпусе 120 ампер час. Но я не привык доверять продавцам, поэтому я хочу протестировать хотя бы два образца. Если емкость у них близка к заявленной, то тогда соберу из них мощный аккумулятор для лодочного мотора. Пишите в комментариях, нужно ли будет снимать это для канала. Также обязательно поставьте лайк этому видео и поделитесь в соцсетях. Я уверен, это видео будет многим полезно. Для начала измерю реальные габариты элемента. Длина 174,5 мм. Высота без вывода 128, с выводом 134 мм. Толщина 48 мм. Теперь измерю вес каждого элемента. Вес первого элемента 2 килограмма 283 грамма. Вес второго элемента 2 килограмма 280 грамм. Вес третьего элемента 2 килограмма 279 грамм. И вес четвертого элемента 2,286 грамма. У продавца заявлено 2,3 килограмма. Теперь нужно обязательно измерить внутреннее сопротивление элементов. Сопротивление щупов практически равно нулю. Измерять буду прямо на алюминиевых выводах, не на медных пластинах, которые приварены. 0,39 миллиома. 0,39 миллиома. 0,42 миллиома. 0,42 миллиома. Для тестов я возьму вот эти два образца. 0,39 и 0,42 миллиома. Прямо их подпишу сейчас. Исходя из измеренного веса и заявленной емкости, можно подсчитать предварительную энергоемкость элемента. Для этого среднее напряжение 3,7 вольта умножим на заявленную емкость 120 ампер-час, получим 444, затем разделим на вес 2,282 килограмма и получим заявленную энергоемкость 194,5 ватт-час на килограмм. Чтобы узнать реальную емкость, нужно прибором измерить емкость элементов. Делать я буду это с помощью зарядно-разрядного устройства iCharger 4010 Duo. Многие меня спрашивают, каким зарядно-разрядным устройством я пользуюсь. Ну, на нем, в принципе, все написано. Это iCharger 4010 Duo. Кому интересно, ссылка на него есть в описании. Стоит он немало, но зато функции свои выполняет на все 500%. Для начала припаяю провода мощным паяльником. Не так давно я его приобрел, очень мне понравился. Если вам интересно, то я досниму и смонтирую видео про эпопею поиска хорошего мощного паяльника на AliExpress, который я искал на замену старому советскому 100-ваттному паяльнику, у которого постоянно выгорает жало, если использовать кислотные флюзы. Это мне очень не нравилось. Я искал какой-нибудь хороший мощный паяльник на замену, чтобы жало не выгорало. Пишите в комментариях, будет ли интересно вам это видео, в котором я искал мощный паяльник, который бы меня всем устроил. Итак, провода припаяны, сейчас заряжу элемент, заряжу максимально возможным током 40 ампер, так будет быстрее. Первый элемент зарядился, однако залилось в него 113,2 ампер-часа, ну, даже с учетом погрешности зарядки, но это как минимум 100 с лишним ампер-час в него залилось. Получается, он практически разряженный был. Измерим его внутреннее сопротивление в заряженном виде. Сопротивление щупов практически равно нулю. Изменилось ли оно? Было 0,42 миллиома. Чуть-чуть уменьшилось, получается. Но, возможно, это погрешности прибора. Можно сказать, практически не изменилось ничего. Ставлю на разряд 1С. Ток выставлю 40 ампер. Он не будет, конечно, изначально такой. За счет того, что зарядка может рассеять только 100 ватт, я ограничил мощность на разряд, чтобы она не сгорела. В очередной раз. 40 ампер, 2,75 вольта. Погнали. Разряд завершился, прошло 5 часов, 1 минута, офигеть. Элемент отдал 131 271 мА-час. Даже с учетом погрешности зарядки, на каждые 3 ампер-часа она врет где-то на 0,2 ампер-часа.
получается на 30 ампер час 2 ампер часа и на 120 ампер часов это 8 ампер часов. То есть смело можно вычесть из 131 8 ампер час, умножить на 3,7 и поделить на 2,282 килограмма. И мы получим энергоемкость элемента 199,4 ватт-час на килограмм. Это неплохой результат. Возможно, эти элементы уже были в работе. Я склоняюсь, что скорее всего так и было. Но по-прежнему они еще имеют очень высокую энергоемкость. Очень хорошая энергоемкость считается это 220-230 ватт-час на килограмм, ну или более. Здесь почти 200 ватт-час на килограмм, что тоже считаю очень хороший результат за эти деньги. Сейчас поставлю второй элемент на зарядку, этот отправлю в режим хранения и солью почти 250 гигабайт информации с флешки. Как раз этот элемент зарядится и можно будет ставить его на разрядку. Обязательно ставьте лайк этому видео, это очень мотивирует на подобные съемки, потому что времени, как вы видите, такие съемки занимают очень много. А также потом, чтобы смонтировать все это дело, тоже довольно много времени уходит. Поэтому ставьте лайк, а также поделитесь этим видео в соцсетях, это будет одна из лучших благодарностей для меня. Второй аккумулятор заряжен, и следующие 256 гигабайт информации будут заливаться на флешку фотоаппарата. 40 ампер, 2,75 вольта, погнали. Второй элемент разрядился, прошло 5 часов и 5 минут. Емкость этого элемента 131343 миллиампер час. Практически такая же, как и у первого. У первого 131271 миллиампер час. Это очень хорошие элементы, их смело можно применять в электротранспорте, для лодочных моторов, солнечной энергетики, как накопители энергии и так далее. Куда по габаритам, весу и емкости они подойдут. Ссылку на них я оставлю, конечно же, в описании. Очень хорошие элементы, заказывайте, если они вам нужны. Отправлю элемент на заряд в режиме хранения до 3,75 вольта и поставлю копировать очередные 5 часов и 200 гигабайт видео разряда второго элемента. В общем, получится 10 часов и 500 с лишним гигабайт материала. Это одно из самых трудозатратных видео, съемки которого затянулись на несколько дней. Поэтому мне будет очень приятно, если вы поставите лайк видео и поделитесь им в соцсетях. Это очень мотивирует на такие трудозатратные тесты. Еще более трудозатратные это тесты 99 циклов. Там приходится еще полностью переозвучивать видео, так как звук из лайтбокса, в котором я снимаю, непотребный. Остальные элементы я тоже обязательно протестирую для себя, чтобы быть уверенным в партии. На этом я думаю видео завершить. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, конечно же, здоровья, найти свою музу, которая придаст мотивацию. Если это будет, то можно свернуть горы. С наступающим Новым годом. До встречи на канале в новом году, друзья.